Мне заплатили перед стримом 50 тысяч рублей, чтобы я с подписчиком поиграл, поэтому... Меня блин, как я давно не стримил, я вообще сейчас в... А, мне чел вне стрима закинул 1000 рублей, пишет, распишись, нихуя. Ну и долб... Я мог это вообще не заметить, если что, и не расписаться, полное право имею. Оф и стрим. А, чё, все? За 3 дня настримился? Зажрался 2 стрима в неделю. Это не дело в зажрался, обленился. Я вам клянусь. И говорю, ну, прямо честно. Ну, проблемы с башкой были. С настроением, понимаете? Надо, кстати, FPS Max написать. Как я их пофикшу, все будет за***ть вообще. Но чувствую себя свежо в контре. Как будто я прям 1000 лет не играл. Вернул долг. А, что-то там 600 тысяч, короче, вышло по итогу. Ну, плюс-минус. Половину вернул. А, блять! Короче, я позавчера, первый день, когда я не стримил, вечером, я, блядь, хотел поиграть в Valorant, взял, разлил колу на клаву, блядь, и я думал, все, моя клава за 20 тысяч померла, нахуй. Я думал, блядь, все, это сверх конец, сверх пи***ц, но, к счастью, я гений, вытащил все клавиши, блядь, посушил ее, почистил, и в итоге все заебись, работает, вроде заебись. Кстати, видели, там обнова на фейсте вышла, то, что смурфов банят. Как вам обнова? Да хуя импакта внесла. Кто-то может рассказать, в чем именно суть обновы? Я просто... Именно вот детально. Просто все, что я увидел, это... Нихуя, плюс нихуя. Вот именно объяснить, какая там система вся хуйня. Что не стримил 2 дня? Ну, проблемы в башке были. Я потерялся, короче. Хуя чувствовал ощущение, состояние. Чтобы тупые ебаные миссии не обузили. И все? 30 ВГ равно бан. Че за хуйня? Это странно. Подождите, то есть просто... И все, блять? Че, нихуя же не обновили по итогу? Тут обновы сделать на расчет мы так схавают, но я тоже так подумал. Это же обнова ради обновы, нихуя не поменялось. Всех сильных игроков банят, но ты не волнуйся, тебя это не касается. Ебла. Ну я думаю, вообще впадлу это. Нахуй мне разминка, правильно? Можно сразу в игру идти, правильно? Первая игра у меня с руинером в пати. Короче, мне заплатили перед стримом 50 тысяч рублей, чтобы я с подписчиком поиграл. Поэтому я на стриме буду с подписчиком играть. Особо не удивляйтесь, ладно? Он будет немножечко руинить, наверное, волноваться, будет ручки трястись. Но это только один раз. Только один раз, поэтому ну, такого больше не будет. Это, так сказать, исключение из правил я сделал. Потому что я добрый сегодня. Надо авик взять. Я с авиком, я не знаю, я АВП... Ой, блядь. Надо АВП поменять, наверное. Я не хочу с Драгонлором играть. Еб***ь, зажрался с Драгонлором, не хочет играть. Так вы, ну чё, блядь? Чё вы доебались? Не зря же у меня 4 АВП. Могу их менять. А, да. Сейчас покажу вам Дигл. Дигл Блейз. 100 тысяч рублей, нормально? Вы сегодня готовы? Я трахать тебя, знаешь, каким назвал? Высит. Я сказал, что ты подписчик, я с тобой играю за 50 тысяч рублей. Ты вообще еб***ь. А что? Ты мне заплатил, чтобы с тобой играл сегодня. Я тебе заплатил? Да. У меня нет 50 тысяч. У тебя есть. Тебе сказать, сколько одна интеграция КСВ у тебя стоит? Давай не будем. Че, там реально скинул вообще пи***ц, пацаны? Да, там вообще пи***ц. У меня инвентарь больше 3 миллионов стоит. Хотя раньше он стоил, ну, не 3 миллиона. И синий, и желтый. Да. Я хотел купить себе сапфир, но в этот день анонсит Source 2, и он сразу в 2 раза дороже становится. А чё я так долго игру ищу? А-а-а! Ты только сейчас понял то, что у нас заход? Минуту тебе осталось. Стоп, что у меня с фейстом происходит? Мы играем, Мираж, у меня минута осталась! Я даже, у меня даже, что? Когда? Чтоб ты понимал, я бы не подключился, я бы не подключился. Если бы я не альтабнулся, просто побомбить на это. У меня вообще ни звука не было, ничего не показывало, а мы... А, так я не зайду. Я не зайду. У меня КС, все. Ой, блядь. 30 секунд на открыть КС, зайти на сервер. Я не зайду. У меня ебать клиент порт. Я не успею, у меня в КС перезахожу. 20 секунд, блядь. 22, 20, 19, 18, 17. Наш сочел. Я захожу. 4, 10, запуск мира. 9. Я успел. 8. Настя, Тимур, бля! Бля, это просто Формула 1 сейчас. Еб... Тут примутов! Весь сервер в примутах. И у нас чел в нашей команде уже снайпите. А, я монитор вообще офф на экран.
Чел у тебя пишет, блядь, тебя спалили с пиратской игрой, нахуй. А, то что IP спалил, да, да, да. IP. Ну, я, там не было варианта просто не спалить. Да, ты... Ножи проебали, игру проебали. У нас вся команда в примуте, просто вся, блядь. Чё у меня с коллабобом, блядь? Чё у меня руки, видите, как это не слишком далеко, не? FPS Max не прописал. Да, все настройки сбились. Уже начало с первого раунда. Да завали его. Мы даже играть не начали. Завали его. Что делаем? Я, если честно, еще ни разу в карьере вообще не выходил, не убивал на. Ну не, там не регнуло хедшот. Я взъебал. Нормально, нормально, 39 еще. Ну помоги ты мне, нахуй! Че ты стоишь? Сайте 2. Файр КТ. Ну-ка. Ну, красава, Ванёк, просто нахуй, всех забайтил, нахуй. Да кого забайтил? Ты, блядь, пикался, я не знаю, не мог никого убить, блядь. Потому что меня вдвоем убивали, Ванёк. Я вышел нашему помогать уже. Бля, есть ощущение, что мы проебем игру, как будто у меня команда не хочет разговаривать. Ну, либо просто никто не умеет колить, а я тоже не умею колить, и мы проебали. Я колюсь вниз. Джангл есть? Андер убил, гона бэ. Не, у нас... А, идите, а, идите, а. Или, блядь. Бля, как я вовремя перевернулся и знал. Я знал то, что Андер подпушит. Знал, блядь. Благодаря мне еще раунд выиграли. Не, благодаря моему раунду. Если бы я сейчас умер, вы бы проебали раунд, я вам клянусь. Но мы вообще халяву выиграли. Если такой халявы, если мы сейчас проебем халяву, будет двойной тип. Бля, мы же тут умрем. Мы проебали такой же раунд. Дигл шорт, у тебя пешка идет. Вот, это дигл, который меня убил. А, не, ну чел 100% стоит. Ну почти как. Как бы не хоппер жесткий. А фу, как че не выписывают? Ладно, пох. Ну, я просто давно не играл, плюс не размялся. Ебать, кстати, темка прикольная. Какая-то такая, не КС-овская. Как будто со стендов-а скин спиздили. На проход. Могу тебя зарамбусить за белую, хочешь? Давай. Окно пикай. Ну, без ноги. Ну как ты пошел, блядь, по кривому-то? А ты... Ты встал прям где на я не там, где нужно? Ты не на меня встал, ты сбоку меня встал. Чё, блядь? Лох П тут мид. Я прям на тебе прыгнул, он лох П. Не-не. Да? Ты на кончике меня прыгнул. Я даже сейчас пересмотрел, ты на кончике меня прыгнул. Так, а что, ты просто не пошел влево и поэтому я упал? А с хуяль ты не пошел влево? Да потому что ты на кончик встал, меня ёбаный ты шашлык нахуй. Так нажми кнопку идти налево, я, и мы все успеем. Ой, бля, ебать ты бакла, нахуй. Не, Ванёк, ты реально тупой какой-то. Я еще в ногу попал, не повезло мне, блядь. У него хаешка на последних секундах раунда. Вот это я понимаю, гений игры, блядь. Да-да-да, попишите четверки по колу, долбоеба из чата. Попишите. Че за четверки? Я не знаю, какой-то еблан пишет. Сейчас я посмотрю. А, Саня хакер. Пишет, все пишем 4 и все пишут... Ой, блядь. Позорище ебаное. Ну это медийный чатер. Ну да, это... Это понятно. Файр убил. Проходите на... Бомба в пизде. Гоза бомбой и на Б просто. Я в смоке ставлю. Ну это вообще фрик плент какой-то. Я не знаю, что человек... Он бэксайд. Ага. Найс. Ебать, он вышел, конечно. Шпион ёбаный. Парни, надо разговаривать, тогда мы выиграем. Они вообще слабачки же. Если мы просто будем пиздеть, мы выиграем, понимаете? А продать у нас... Вам нет, настолько у нас похуй? Продать не раз... Ты слышал, какую я речь задвинул, блядь? Им всем поебать. Он ушел за файера. Стоишь еще. Окно авик. Дископа у него. Убил. Еще кон аккуратно. Топ кон дал, иди ставить под кон. В коне был? Не, не видел. КТ. Куда? Бля, я не ебал в рот вас. Гондоны нахуй. Блять, тебе нужно было джангл занять, сука, у меня позиция такого дерьма. Нормально, нормально, почти. У меня еба... Да. Началась хуйня, блядь. Они есть так вот там. Дисхопа у него. Бля, ебаный Сани хакер.
Донатит мне ебучий Влад А4, блять, басбустед. Кстати, вообще подходит под контру игры. Ну, музычка такая. Машина купите. Шорт вроде. Окно справа стоит. Убил мид. Топкон дал. Рейд от пожирателей кисок, что, блядь? Джангл, бля, ебать, я мусор. Двое, я флеш дал джангл. Поставь на файре, ты с бомбой. Сзади пит, рампа. Бля, у нас на фиолетовом какой-то потерянный чел, нет? Прям вообще ёбнутая потерял. У него 3000 эла у типа за 400 матчей. У меня тип со второго аккаунта... Да что вы мне донатите нахуй? Блять, опять началась эта хуйня. Я в стену уебался, пока шел. Шорт. Андер убил, шорт еще. Шорт убил. Идите Б, идите Б. Идите Б, сука, а не Андер. Может назад идти. Бля, я вас в рот ебал! Вы тупые нахуй! Классно. Просто идиоты ебаные в команде, блять. Хорош, авик шорт. Блять, у меня еще на фоне трек ебаньку какой-то играет, блять. Моляю, блядь. Ты видел эту флеш? Да, да. А, мы еще проебем против Юспа? Авик, ты видел. Бля, что с ними нахуй? Прям забанчимся. Да. Прикольно. Куда дал? Вот это тоже все. Ты че, рофлишь? Что ты даешь, блять? Бля, я не... Не, это троллинг. Это троллинг. Окно справа. Упрыгнул налево. Шорт. Шорт, прыгайте. Бля, это второй уже. Меня СП-250 прострелил тип через, блядь, боксы. Нормально вообще? Ой, блядь. Степинг соточка, нахуй. Я не знаю, так у меня у типов 4000 эла, 9000 матчей на фейсте, если чё. У другого до 400 матчей 3000 эла, у другого 3600. А как так получается, что они какие-то, ну, вообще неактивные и, так сказать, не заинтересованные в победе? Как будто они 20 игр подряд играли и устали уже. У меня еще, бля, пью сок. Двое от бокса, все выпрыгнули. Сука. Явно проблемы у меня со стрельбой в моменте. Ну не настолько, он тоже в примуте, если чё. Что да. Это, блять? Не, го кикнем фиолетовый, это всё, это конец. Взорвался, походу. Я хуй знает, я иду пикать с диглом рампу, мне фиолетовый смок в рампу дает. Ковры справа. Слева. Я ебал от стэмок. Я лучше. Один только. Ну да, блять. Ну я прошу не кидать ничего в рампу, дать мне пикнуть рампу. Этот, блять, кидает молик всю хуйню. Ну я не знаю, мне в игре долбоебы, в чат смотрю, долбоебы в цифрах, блять. Везде долбоебы, мне хуёво. Бля, Ванёк, меня в игре слышно вообще? Алло. Да, слышно. Проверка связи просто. Круто, блять, я всю игру пижу, они меня всю игру игнорируют просто. Двое, еще один, минус 40. Хорош. Так, минус 78, один раз мне нужно было попасть. Бля, все, включите саб-чат, я не знаю, я не могу эти цифры видеть, блядь. Тебе дай что-то? Все еще забивание. Один хп. Бля, мне кажется... Вот один, мне чел говорит один хп, я по типу 70 наношу, блядь, 70! Нету. Какие нахуй один хп, я не понимаю. Короче, хорош. Бля, такая блядская игра прям уебищная, противная, плюс уебанская. И всегда спавны на ебучий БТР мне дает, блядь, ну сколько можно-то нахуй? Тебя режет, Тимур. Я так и знал, что он не там, блядь. И там типа уже убили, но просто никто не сказал об этом.
Не, мне кажется, это агент какой-то, нахуй. Это не может быть правдой просто, что тип на 3000 ЭЛО за 400 матчей без микрофона играет. Возможно, даже аккаунт просто купил и все, сидит, балдеет. Еще мид. Я сорю тебе проход. Меня выгнали с меня. Меня пиздец! Бля, я не... Просто ебаный псих, нахуй. Донатит мне, блядь. Спасибо за 500, Наталья. Против тебя ебал. Ебанутая. Ну хватит, умоляю, просто умоляю, реально на коленях. Хватит уже эти ебучие цифры использовать. Ебучие калькуляторы в чате. Ну нахуя я пушил, если всех убило вообще? Бля, почему я вот не стримил 2 дня? Все так было на своих местах, просто логично, структурировано, все супер по-умному, все нормально вообще. Первый день стрима, уже какой-то пиздец начинается. У меня тип, деп делает, выходит с ковров и убивает меня. Че за хуйня? Я даже... Что? У меня тип выходит с ковров, делает деп и убивает меня. Что за бред? Я ему даже ассист... Что про... Ой, блядь, я не могу. У меня еще наушники... Я один хит дал. Что? Очень давно. Ошибка. Сколько можно... Ой, блядь, мама! Фух, мама живет. Бля. Я хочу просто отрубить себе руки, как идея. Бля, дец. Я не могу, я просто в сверхтильте. Я в сверхтильте, в сверх просто дерьме нахуй. Ой, блядь, такой легкий раунд был, самый легкий в моей жизни. Мид ушел тот мид, за боксами нет. Ну бля, что? Я даже звук был! Звук был, блядь! Он меня вообще прострелом убил, нахуй! На 100 хп! Ебаный пинг, блядь. Мы эту игру еще выиграем. Меня стопит уебище какое-то желтое. Ну мама твоя шлюха! Извиняюсь. Кони будет. Там второй тоже, второй там же. Да, там же. ГГ. Плюс в чат, если хотели бы лизать скайпы сочки. Его папочка. Так мы это реально выиграли, нахуй. Благодаря мне. Какой благодаря тебе, нахуй? Я в соло выиграл. Да все, иди нахуй, донатер. Потому что я пошел на фидел в ласт раунде. Бля, я не знаю, это вообще ужас. Везде окружают долбоебы. Невозможно играть в фейсит просто. Музыка какая-то ебанутая. Донатеры долбоебы, в чате долбоебы. И в команде чел просто с названием отеля, блять. Чел пишет, охуеть, Скай набил меньше строго. Не, это редкость на самом деле. Не, на самом деле... На самом деле он по фактам охуел вообще.